Це новий магазин запускали, пробую буду. З глоковським магазином. Секунда, діло. Патрончики Клім Армс. І на задір. Ау! Палець спуска. Все, пам'ятно все. Це не кінь, це мені пружина кінця, от того мали на последній. Ходимо зрити. Я просто... Ні-ні-ні, сюди, на сам пістолет. Я що хочу попробувати. Патрон у нас в патроннику, зняти просто із цього. Патрон остався в патронник. Показую. І тепер нам, щоб взвести, ми взводимо і ти. Ну як? І стріляє. Тобто навіть з патроном, чи не, як, коли це я роблю таке маніпуляцію. Тобто, да. Чи не вистрелить він, коли наполовину відкритий затвор? Ось я вбрав. Розряджений. Та якось так. Да, взведен, но тебе ж патрон дослать надо. Я там поломал эти штучки. Давай поставлю. Так, потихоньку давай. Смотри, что там за херня. Нет, это вот та следующая. Недонакол. И тут тоже. Недонакол. Да. Сова. Патрон сова. Давай, Сереге, хай держи. Тяну. Что за нах? 5. Недонакол. Ну, на задержку стал. Сова П. Синяя пружина, кстати. Вот три патрона. Я на рубеж. Вот такая вот фигня. Заряжайте три штуки. Тоже потом бахнешь. Да. Палец со спуска бери. Во, да на скобу. Так. Резко отпускай. Все. Серега, копал бурштин? Нет. Это с другой области. Это я с Волыни, а ты Вронский. Родовые разговоры. Там же пытались как-то на порядок. Приехали типа на квадрокоптер. Там с такими, там с такими стрелками никто не ходит. Там ходит за серьезным человеком. Люди, да? Закопают сразу. Они там закопали, найдут потом где-то. Все. Да подожди, подожди, палец. Палец, отведи затвор. Все, патрона нет. Вытаскивай магазин. Класс. Кнопочка. Бомба. Достань, пожалуйста, патрончик. Доставай, извлекай ее. Так. Патрон, сова П. Уже раза 4 или 5 пытались выстрелить из уксора. Давай, заряди его в 910. Я держу. Покажи, что это сова П. А ну да, это ближе. Я там повырезаю. Так. Ага. Бросай. Это спутят, он не забывает. Я тут сменил. Так, ногу в сторону мишени. А ну. Не, патрон прокиши, амбец ему, видишь, даже этот сам. Нет, не надо было выкидывать, надо было просто поклацать этим самым. А, несколько. Спуском. Понял, сейчас попробую. Да, так по пальцу подняйтесь. Давай, косы. И клацай, пока не стрельнет. Если стрельнет, конечно.
Отборник или нет? Так. Да. Стрельнул. Разве. То есть что-то все-таки с капсулем, скорее всего, потому что, ну, пять раз на Уксоре и два раза на 910-м. Такое вот. Коллиматор открой. Вот так. Подожди. Угу. Бачу. Ловой точку. Трошки руки примиши. Да. Угу. Саня, на Петровце я выбрал? Так, чтоб еще и пружины. Да, не потеряются. Ну, возьми, разбери, вытащи этот самый ударный. Ты смотри, можешь, вот видишь, вот есть как бы целик, и вон там мушка. Можешь по ним целиться, если точку ловить тебе неудобно. Удобно. Все, встал на задержку, нормально отстрелял. Ну что, как впечатление? Отлично. А какой тебе больше нравится? Какой больше нравится, курковый или страйкер? Я еще не разобрал, но мне кажется, курковый, блин, более превосходит. Предсказуемый, да? Да, да. Не, все в один набивают. Да мы не будем короткий. Да, вообще-то можно в короткий. Сюда. А, или удлинитель поставить. В этом, или как ты хотел? Ну да, давай с магазином сюда три штучки забьем. Ну тут чуть-чуть больше. Так, главное не перепутать, где какие. Здесь вот такие есть. Понятно, что они в эти не влезли. Главное их не пихнуть в травматический. Не, ну я ж не до такой степени. Да и я зрителям говорю. Да. Ну давай, я тебе заберу. Забирай. ПМ сейчас ходишь? Ну конечно. Вот три. Значит, у нас уксорчик с базовым магазином. Человек как бы выбирает себе, какой хочет пистолет. 910 или уксор от Фларма. Скажет свой. Что такое? Не накол. Не накол опять? На сове, кстати, уже не первый раз сегодня был. А ну покажи. Да. Недокол, ледокол. Ну, потом попробуем его бахнуть. Есть. Так, нормально. Магазин держи. Стоп. Удлинитель сначала. Да, вот так. Сюда. Угу. Все. Теперь у нас под полноразмерный магазин от 910 становится пистолетик. Все, работает. Отработал, стал на задержку. Окей, держи короткий магазин. Что тебе именно, как короткая рукоятка или все-таки удлинитель? Ну, конечно, удлинитель. Бо получается короткая. Она... Чуть-чуть висит рука или что? Во-первых, рука висит, во-вторых, вот нижняя как, ладошка тоже упирается в воздух. Ага. При сжимании. И, понятное дело, при замене самого магазина. При замене магазина. А, ну, можно ущипнуть, да? Я, получается, вот убиваю. Пистолет кусает. И здесь. То есть, Серега, погодь. Даже если мизинец открыть, угу, то все равно вот она. Не, слышишь, то есть надо аж, я не знаю, как изловчиться, чтобы поменять отсюда. Ну да, это есть. Все-таки больше, наверное, под маленькую руку. А с большим? Чуть-чуть. Вот так вот. Раз. С рукояткой удобнейше, да? Да, конечно. То есть оно вот полностью заполняет, видишь? Да. Ну... Хорошо, а тогда вопрос такой, ты вот выбираешь между 910 или уксором, что, уже определился более-менее? Да, или нет? Лучше уксор, ну поинтереснее уксор, ну типа новые технологии, все дела, такая штучка. Вот. И именно для меня преимущество в плане того, что если на 910 надо, ну есть предохранитель, угу. Вот, то есть при одинаковых, так сказать, начальных условиях, патрон не в патроннике, то есть пистолет разряжен, вот, то
на 910 нужно сделать плюс одно движение, это снять его с предохранителя. Вот, а здесь просто, грубо говоря, взвел и достаточно стрелять. Меня единственное было, ну, интересно, сам ход, ну, насколько он предсказуем, непредсказуем. Угу. Да, что там? Спуск. Вот, то здесь, в принципе, спуск вполне себе предсказуем. То есть вот у нас есть холостой ход, и мы дожимаем, буквально чуть-чуть идет выстрел. Вот, ну, у меня как непонятно было, как работает сам предохранитель, сама работа. Угу. Ну, в принципе, работает все нормально. Вот. Очень понравилось именно как в руке лежит пистолет. Ну, но здесь более узкая рукоятка по сравнению с 910-м, и она как бы, ну, не меняется. У 910-го можно более узкую поставить задник рукоятки. Кто-то ставит себе, кто-то наоборот большую, но это зависит, конечно, от руки. Но если здесь я вот держу и достаточно там минимального движения для того, чтобы отстегнуть магазин. Угу. То есть раз и все. Ну да, здесь кнопка под пальцем сразу лежит. То есть на 910-м там, ну, надо тянуться, да, чуть-чуть надо освобождать еще. Да. Есть такое. Интереснее. Ну это более такой, да, как бы для, ну, для ношения. Простой, для, как первый, не, без всяких, как это, минимальный порог входа, чтобы типа, взял и стреляешь, не надо там еще как-то искать предохранители вот эти вот. Ну, вот взял и выстрелил. Интересненько. Все. Спасибо за отзыв. А пока еще не отзыв. Мне тут это самое хотели как бы подсунуть. Смотрите, короче, магазин от ГПшки. Взяли 9x21, напихали. Юксорок. Мазин заряжал. Он даже не сидит тут. По-другому. Ничего себе. Да. Что, это босс? Да. АДПшка. Нет, именно сама украла. Она занимает? У меня они. У меня, вот они. 910 будешь стрелять? 10 штук. Ну, попробуй на уксоре. На уксоре. Тики-тики після цього развертки буду работать. Специально мариупольская резина. С 5 метров. Ну, глубже влезла. Да, конечно, глубже. На сантиметр где-то. Здесь видно, вот с самого начала торчит. Здесь влезла, вот она на глубине большей.